Экологически чистый район, развитая инфраструктура, жилой комплекс европейского уровня «Пироговская ривьера». Квартиры в рассрочку без первого взноса. Грузинские евреи – одна из старейших в мире еврейских общин. Ее история насчитывает более 2000 лет. В Санкт-Петербурге община грузинских евреев появилась в середине 90-х годов. Ее идейным вдохновителем и лидером был первый президент Всемирного конгресса грузинских евреев Михаил Мирилашвили. Наша община грузинских евреев Петербурга существует благодаря работе великого человека, который он в начале 2000-х годов не жалел ни силы, ни средства, ни здоровья, чтобы создать здесь общину. Он своим личным примером подавал, как нужно служить Богу, как нужно ходить в синагогу. И, наверное, это его заслуга есть, что мы сегодня существуем. Это Михаил Гаврилович Мирилашвили. Дай Бог ему Менухату Беганеден, чтобы его душа была в раю. Сначала грузинские евреи молились в большой хоральной синагоге. Здесь в 2004 году для них был открыт молельный зал. А спустя 6 лет на территории комплекса большой хоральной синагоги открылась синагога грузинских евреев – Уэль-Маше. Ее открытие посвящено памяти первого президента Всемирного конгресса грузинских евреев Михаила Мирилашвили и его родителей. Это портрет нашего любимого раввина Алава Шалом. Его звали Хахам Симон Михайлашвили. Он наш первый раввин, он основал нашу общину. Как раввин он создавал все это, строил общину с нуля. И Бог, что его душа была в Ганедене. Синагога Уэль-Маше – главная синагога грузинских евреев Санкт-Петербурга. За 7 лет ее существования в нее внесли 4 сефер Торы. Здесь есть большой и малый молельные залы, женское отделение, галерея для учебы, комната для субботних трапез. В этой синагоге происходят все молитвы, все, что нужно, связано с иудаизмом, все обряды, изучение Торы, праздники, молодежные встречи. А всего в городе на Неве 3 синагоги грузинских евреев. 2 из них работают ежедневно. У нас постоянно приезжают раввины из Израиля, которые нас укрепляют, обучают. И слава Богу, община растет, укрепление веры расширяется. Благодаря Михаилу Мирилашвили сейчас община грузинских евреев Санкт-Петербурга живет полноценной религиозной жизнью. В синагоге ежедневно собирается молитвенный миньян, проводятся шабаты и праздники.